19 марта, четверг. Вражеская артиллерия обстреляла Балаклаву, Камары, Кадыковку, Балаклавское шоссе и аэродромы Куликово поле и Херсонецкий маяк. Немецкая авиация вела воздушную разведку и поиск наших транспортов в районе главной базы. Артиллерия СОР подавила одну артиллерийскую и четыре минометные батареи. Разрушила три ДЗОТа и несколько блиндажей противника. 9 МБР-2 и 2 ДБ-3 главной базы бомбили вражеский аэродром Саки, где возникло два пожара. Части Севастопольской обороны занимали прежние позиции и вели оборонительные работы. Крейсер «Красный Крым», танкеры «Серго» и «Передовик» в охранении эсминца «Незаможник» прибыли из Поти в Севастополь. На крейсере доставлено летно-технического состава ВВС флота 197 человек, аэростатов заграждения 60, армейского боезапаса 55 тонн, флотского боезапаса 105 тонн и продовольствия 27 тонн. На танкере «Передовик» котельной воды 1600 тонн, на танкере «Серго» мазута 3400 тонн, бензина 1825 тонн и моторного масла 38 тонн. Балаклаву в период обороны называли «маленьким Севастополем». Она являлась самой южной точкой Советско-германского фронта. С ноября 1941-го в руках противника оказались южный форт и высота Спилия, а чуть ниже, в районе развалин генуэзской крепости Чембала, прочно закрепился 456-й пограничный полк под командованием майора Герасима Архиповича Рубцова. За короткий срок пограничники превратили свои позиции в настоящую неприступную крепость. В башнях крепости оборудовали наблюдательный пункт, установили два станковых пулемета и четыре миномета. А на башне закрепили красный флаг и щит с надписью «Смерть немецким оккупантам». На протяжении всей обороны немцы постоянно обстреливали Балаклаву и позиции полка из орудий. Часто скатывали сверху начиненные взрывчаткой бочки, а немецкие снайперы убивали все, что движется – людей, животных, птиц. Первым, кто ответил на огонь вражеских снайперов в полку, стал сержант Андрей Левкин. У славного снайпера быстро нашлись последователи. При штабе полка была открыта школа снайперов, и уже очень скоро по врагу вели огонь десятки стрелков. От будущего снайпера требовали немногого. Наблюдай за действиями командира, присматривайся к уловкам немцев, будь хладнокровен и терпелив. Сержант Левкин всеми этими качествами обладал. Однажды во время боя он примостился в выемке скалы и за два часа уложил 17 немецких автоматчиков. На другой день он опять засел в свое «Ласточкино гнездо» и застрелил еще 9 фашистов. Командир полка подарил снайперу полевой бинокль в кожаном футляре и сказал: «Это тебе, Левкин. Смотри еще лучше. Не жди, пока фриц вылезет из окопа, а как только голову покажет, крой». Как-то в санзвод принесли раненого мальчика. Его подстрелил немецкий снайпер. Левкин тогда тоже был в санзводе, отморозил ноги. Они распухли, кровоточили. Нахмурясь, слушал Левкин рассказ лейтенанта Крайнова, а вечером исчез. Как, куда, никто не знал. Дивились только, как же он смог уйти, ведь каждый шаг причинял мучительную боль. Вернулся Андрей через двое суток, весь черный, вроде обугленный. Сапоги разрезать пришлось, они не снимались. Единственное, что тогда сказал Левкин: «Снайпер, что мальца ранил, больше не выстрелит». На слете снайперов Приморской армии генерал Петров назвал пограничников, в их числе и Андрея Левкина, зачинателями снайперского движения. Сержант Левкин одним из первых в полку был награжден орденом Красного Знамени. В июне 1942 года в боях за Балаклаву снайпер Андрей Левкин погиб. В честь прославленных мастеров меткого огня одна из улиц Балаклавы названа «Снайперской».